Низкие цены и доступность товара. Низкие цены и доступность товара – это сегодня, к сожалению, не гипермаркеты, и мебельные в том числе. А мы приехали сюда на зеленый рынок. Зачем? За мебелью, естественно. Ну так вот, что касается зеленого рынка, достаточно сложно что-то здесь позиционировать, но мы попытаемся это сделать. Потому что все те склады, которые были складами общепита, ну, резервные, вот, они сейчас поделены на предприятия. Конечно, аренда стоит здесь копейки, но чтобы найти, надо постараться. Итак, в путь, ребята, за дешевой мебелью. Ничего страшного, что я немножко сегодня в темноте. Не во мне суть дела. Вопрос, как проехать. Сложно разобраться. Итак, по-советски, звездный дом для гостей. До вокзальной. Едем по идеальной дороге. Будет дорога такая веселая, предупреждаю. Но что не сделаешь ради того, чтобы купить дешево и сердито. Вот, при этом сэкономить. Ну и кредит оформить. Так, вот эта стройка, я не знаю, как она называется, но все вы ее видите, когда выезжаете на Соленое или на Банное. Ну, те, кто едут со стороны вокзала. Сейчас, конечно, в городе много всяких выездов. Кстати, если не хотите, ну, здесь не бывает в Ленинском районе особых пробок. Если только ДТП здесь не поймаете. Вот теперь дорожка веселенькая начинается. Ну, ничего страшного, ребят. Если собрать все суммарно те кочки, которые вы набираете, вот, когда проезжаете по всем железнодорожным переездам, то все нормально получается. Итак, выезжаем на улицу Автомобилистов. То есть продолжение советской, огрызок, скажем так. АЗС Лукойловская. Наш любимая база, зеленый рынок. Дешево, действительно. Когда не надо вкладывать сумму товара, еще и бешеную аренду, вот, то как бы, ну, жить становится интереснее гораздо. Ну, и дальше смотрим, я попрошу показать, куда мы едем. Вот, вот видите, вот тут газозаправка. И газком. Да, дорога веселая. Ну, что делать? Потерпеть надо ровно 2-3 минутки. Да, какой 2-3 минутки? Я столько в эфире-то не проболтаюсь. Так, все, выезжаем на улицу Автомобилистов. Тут все интересно. Видите, Автомобилистов 9. Вот этот газком. Тут еще раньше станция тюнинга была. Так, все. И тут начинается мир самых дешевых цен. Да, если надо, все-таки давайте сюда катайтесь. Потому что, ну, сейчас время такое, ну, поэкономить надо. Немножко иногда, конечно, и попу поморозить. Но это временно. Зима уже практически заканчивается. Вот. И вот эти все строения наши. Так, а, вот, я нашел. Вот, посмотрите. Вот этот, как, это уже 18... А, посмотрите, вот видите, баннер 8 автомобилистов 16. Так, чтобы было понятно. Да, придется выйти из машины и все-таки объяснить, где мы находимся. Естественно, никого сейчас не удивить сидящим за рулем автомобиля журналистом. Ну вот журналист, чтобы еще и связано болтал, сидя за рулем, это сложно. Стараемся вас удивить сидящим, а точнее болтающим инженером-металлургом. Сначала энергетиком, потом металлургом, потом опять энергетиком. Вот, почти кандидатом технических наук. Который занимается совсем непрофильным делом. Никогда в жизни не мечтал заниматься телевидением, никогда в жизни не хотел быть популярным. Ну что ж, популярность вот этого толстого, ну и не в меру упитанного человека, это на ваше благо. И обратите внимание, по улице Автомобилистов какое движение, все едут за дешевыми ценами. Это абсолютно нормальное явление. Итак, мы спустились от Лукойловской заправки до улицы Автомобилистов, это ровно 200 метров вниз, точнее на север, и сюда немножко. На запад, ровно 250 метров. Автомобилистов 18. Сложно что-то говорить, как бы под хорошим запасе. Вот. Автомобилистов 14. То есть сахар, мука, крупы. Рахим Интегес. То есть добро пожаловать. По-башкирски. По-турецки забыл. И вот сюда, в проулочек. Еще 50 метров. И вот тут понимаешь тот факт, что самое дешевое дерево это только в лесу. И лучше день потерять, зато за час долететь. Кстати, при выборе мебели вы теряете и не один день, и не два. Естественно, в прошлом остается скудность выбора и недостаток ассортимента. Сегодня это любые расцветки на заказ, отсутствие всем надоевших ДСП-шных технологий, клея и ненадежных механизмов. Не обои надо подбирать под мебель, а мебель делать под конфигурацию квартиры. И сегодня это вполне реализуемо, причем не задорого. Богатый опыт путешествий по странам далеким и не очень, по объектам недвижимости крутым и очень крутым, показал нам, что во всем мире не модным совершать перемещение из квартиры в квартиру вместе с мебелью. Ну, вообще-то это даже глупо.
Потому что два переезда сродни одному пожару. Ваша мебель пострадает неимоверным уже образом. Элементарная калькуляция говорит о том, что по сути стоимость мебели это даже меньше 1% от стоимости квартиры. Ну согласитесь, если у вас квартира 3,5 миллиона, вот, ну если вы там в фантастику не играете, то как бы мебель можно и подешевле купить. А квартира 3,5 миллиона сейчас будет стоить однокомнатная квартира. Ну, вот. Что касается мебели, которая здесь представлена, вот, кстати, отечественного производства. Кстати, по цене вопроса. Сродни цене, ну, не самого навороченного сотового телефона. Только что вы будете выбирать. Сотовый телефон, на котором вы сможете спать вряд ли. Либо нормальную диван-кровать по стоимости, ну, как смартфон, 12 750. Во всех других местах эта кровать будет стоить значительно дороже. Потому что в сумму этой кровати внесут еще и арендную плату, которая является не такой же маленькой. Что порадовало в данных конкретных экземплярах. Но, честно говоря, надоели пуфики, подлокотники и пуговицы. Человеку комфортнее располагаться, как он хочет, по диагонали, поперек, без разницы. Главное, чтобы было удобно. И, кстати, мебель не должна загромождать помещение. Мебель – это грамотное место складирования тех вещей, которые раньше размещались в стенках и шкафах, которые, в свою очередь, поглощали такое необходимое жизненное пространство. Тема, которая становится еще более актуальной, если у вас дома есть домашние животные. Любимое домашнее животное, как правило, это любимый посетитель вашей ненаглядной кровати, а также углаздыватель ее. Потому что, ну, когти почесать, там, сказать, папа, это, кушать хочу, это любимое дело. То есть кровать с тканевой обивкой приговаривается к смертельной казни, то есть к выкидыванию, в пределах там 2-3 лет. Но вас выручит кровать из массива. И что самое интересное, мне немножко достала мебель, которая из стружек сделана. Из пластика сделана. Ну, в смысле, наполнитель смолы. Вот давайте лучше. Нормальная доска. Во, кстати, классно придумано. Здесь доска, здесь массив. То есть, дорогие мои любимые животные, вы сможете подрать только матрас, который будет уложен здесь же. Но вот только если я буду на нем находиться, у вас это сделать не получится. Есть еще несколько жизненных принципов. Если вещью не пользуешься хотя бы раз в году, то зачем она нужна? Если вещью пользуешься каждый день, то она должна быть исключительно надежна. В условиях хронического российского недостатка жизненного пространства это становится более чем очевидно. А знаете, в чем был секрет популярности той первой мебели, которая появилась в городе Магнитогорске? Клара там, Герда. Во-первых, это очень долгоиграющая мебель, потому что внутри нее стальная конструкция. Внутри этой же мебели тоже стальная конструкция. И эта мебель тоже прослужит долго. А вот теперь я раскрою мебельный секрет. Как можно в городе Магнитогорске, ну, в таких замечательных мебельных центрах, продавать очень похожее на итальянское, но фуфло. Очень просто. Для этого надо купить хорошую итальянскую технику, потом собрать из непонятно чего. И вот вроде, казалось бы, итальянское. Здесь ничего такого нету. Здесь настоящее отечественное производство, которое стилизовано под лучшие западные образцы. Поэтому, прежде чем что-то покупать там, где все так круто и распиарено, подумайте о том, что можно приехать туда, где вы реально сэкономите. Вот, допустим, на этом диване 40% от стоимости. Это примерно 4,5 тысячи рублей. Куда их потратить? Ну, вам уже решать. Кто-то может сказать, что вот я хочу что-то для своей квартиры под свой цвет, вкус и кошелек. Да не проблема. Вот образцы тканей. Хотите космос, сделают и космос. А, кстати, всех, наверное, интересуют сроки доставки. 2-3 недели. Ваш любимый цвет, ваш любимый вкус. Хотите кожзам? Кстати, рекомендую все-таки кожзам. Кожа, ну, как-то... Во-первых, чересчур дорого, во-вторых, сейчас кожзаменители такие, что вот у меня, допустим, на первом сверхбольшом американском автомобиле кожзаменитель держался на протяжении 300 тысяч километров. Великолепно. Но нет, есть и современные материалы, пожалуйста. Выбирайте, делайте заказ. Теперь, ну, чтобы так. Совсем недавно мне нужен был срочный компьютерный стол. Не нашел ничего подходящего, пришлось по объявлениям из рук в руку купить.
объявление из рук в руки, даже банальный стол, ну вот такой рабочий, это 700 рублей, причем он разваливается. Вот здесь, ну, допустим, надо пластиковую табуретку дешевую. Ну так, на дачу взять там за 600 рублей. Пожалуйста, надо что-нибудь, ну, более презентабельное есть в наличии. И еще в конце. Где это грибное место находится? Вниз от зеленого рынка, затем налево, ровно 250 метров по прямой. Напротив вечно закрытых ворот в гаражный кооператив висит баннер. И оттуда налево еще 75 метров. Все, приехали. Автомобилистов 16А. Место, где можно купить недорогой вариант бюджетной мебели.